За 30 лет независимости Казахстана Алматы стал настоящим драйвером формирования гражданского участия в государственном управлении. Такую оценку сегодня дали участники Совета правительства и общественных объединений. На встрече присутствовали замакима города Ержан Бабакумаров, руководители госорганов и общественники. Они обсудили насущные вопросы гражданского общества. Речь зашла и о роли НПО в развитии современного социума. За 30 лет независимости непризнанные организации выросли в количественном составе, также в качественном составе. Теперь неправительственные организации, они стали своего рода экспертами, и многие из них входят в рабочие группы, в законодательство. А также они оказывают социальные услуги для жителей, для своей целевой группы. Они стали правозащитниками. На сегодня неправительственные организации остаются одним из лучших механизмов для формирования открытого диалога между народом и госорганами. Всего в мегаполисе работает свыше 4000 НПО.